9 июня в Черноморском прошло торжественное открытие обновленной футбольной площадки на стадионе. На праздник спорта собрались жители поселка и юные спортсмены. Поздравить с таким событием черноморцев приехали почетные гости. Заместитель главы района по социальным вопросам Марина Номика подчеркнула, что модернизация спортивных объектов поселений ведется поэтапно. Эту работу мы разбили на несколько этапов. Буквально 3 года назад появилась интересная, очень важная и нужная новая спортивная площадка. И следующий этап был, конечно, понятен всем взрослым и прежде всего главе района. И он дал поручение уточнить стоимость покрытия и восстановить эту площадку. В планах у администрации отремонтировать дорожки и трибуны на стадионе. И мы от всей души хотим сегодня всех нас поздравить с тем, что нам поручение выполнить удалось. И я думаю, ребята, мы здесь будем видеть подрастающих, маленьких, а потом взрослых спортсменов и гордость Северского района. Поздравил гостей мероприятия депутат законодательного собрания Сергей Орленко. Сегодня, представляете, такие великолепные условия дарят нам губернатор, председатель законодательного собрания края. Выделяются средства для того, чтобы дети могли вот в таких шикарных условиях заниматься и повышать свои спортивные навыки. Более яркими и красочными открытия сделали хореографические номера районных детских коллективов. Сразу после церемонии открытия черноморские юные футболисты протестировали новую площадку, проведя товарищеский турнир. Развитию спорта в Северском районе уделяют большое внимание. Ежегодно открываются новые комплексы и площадки, дающие жителям вести здоровый образ жизни и растить выдающихся спортсменов.